Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В ноябре лидером рынка новых кроссоверов и внедорожников оказался Havail Jolion. Его продажи в сравнении с последним месяцем осени 2022 года выросли почти в 3,5 раза. Значительно отстала от китайца обладательница серебра Lada Niva Travel. Третий показатель у Нивы Legend. Кстати, спрос на них тоже увеличился на 52% и на 68% соответственно. Следующие места в списке заняли Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Colray, Amoda C5, Geely Manjaro, Havail M6 и Geely Atlas Pro. Трасса 101. В следующем году российские водители, чьи автомобили оборудованы системой AeroGlonass, смогут получить новую услугу. Суть ее в том, чтобы загрузить в модуль новое ПО. В результате при угоне транспортного средства можно будет оперативно вычислить его координаты. Какую цену запросят за услугу, пока неизвестно. В компании GLONASS говорят, что с начала этого года с просьбой о помощи в поисках угнанной машины к ним обратились несколько тысяч автовладельцев. Однако базовая прошивка устройства не позволяет определить местонахождение авто. Трасса 101. В ближайшее время в нашей стране ожидается появление премиальных китайских кроссоверов Way Coffee 0. Марка входит в состав концерна Great Wall. Автомобиль будет стоить от 6,5 миллионов рублей. Модель комплектуется гибридным силовым агрегатом, состоящим из 2-литрового бензинового мотора и 2 электрических двигателей. Суммарная мощность составляет почти 500 лошадиных сил. Трансмиссия – 9-ступенчатый автомат. Крутящий момент передается на все колеса. Разгон до 100 км в час занимает всего лишь 5. Трасса 101. Производство еще одной популярной иномарки решено прекратить. Речь о седане «Шевроле Лачетти», который в настоящее время выпускается только на одном заводе в Узбекистане. Модель появилась в 2002 году. Сейчас она комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил, трансмиссия, механика либо автомат. В Узбекистане цены на автомобиль начинаются, если переводить на рубли, от 1 миллиона 250 тысяч. В России 10-летний Лачетти можно приобрести за 600-700 тысяч рублей. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».